это продолжение банки, это кекс столичный. Будем сейчас есть. От Макса Солнечного этот кекс. Сейчас такой пирожок диетический. Вкусные пирожки. Вы знаете, бабы, да, злые вы там, которые сидите? Эти кексики Макс сам пек для меня. Крыму. Вас, видать, недостаток любви. Вот и вы и беситесь. А кексики вкусненькие. Такие аккуратненькие кексики, Макс, да, спёк? Вкусно. У меня есть ещё торт Наполеон. Кто там думает, что я канал даю? Да нет. Вы зря так думаете. Ни за что. Елена, семейный подряд. Приходи с Никиткой ко мне на кексики, на крымские кексики, и мамочку свою возьми. Вкуснятина. Масса нету 500 грамм. Нормально. Максик, тебе Любовь Михайловна передала. Спасибо за кексики, очень понравились. Твои кексики. Какой ты, говорит, молодец. Вот так вот. Ну что, у него-то все.
Я поел. Теперь можно идти на боковую. Что я хочу вам еще сказать? Всем пока!